Привет. Привет всем, привет. Сегодня Константин будет раскрывать посылочки, открывать. Я выбрала самого здорового. И какого? Ты самый здоровый у нас. Да, к сожалению, в нашей семье лазарет. Я терпела, но не вытерпела. Меня тоже простуда зацепила. Поэтому сегодня будут такие гнусавые разговорчики. О, гнусавые. Наверное, каждый будет теперь писать, а что с вашим голосом, а что с вашим голосом? Слишком много в караоке поешь. Да. Ладно. Константин, что там у тебя сегодня? Две посылочки? Сегодня у меня две маленьких посылочки. Одна меньше второй. Сказали, начинай с самой маленькой, это с этой. Какая маленькая. Кто отгадает, что там есть? Маленькая. Кто там отгадает? Константин, есть предположение, что там такое? Там что-то твердое. Ахалай, махалай. Ну это явно из Китая, да? Все, может быть. Вот смотри, несмотря на то, что тебе ставят много дизлайков, все равно любят, когда ты открываешь посылки. Ты не знаешь почему? Ну, чтобы не показать пальцем, обязательно. Это непонятно. Я не понял, что ты сейчас сказал. Ну, кто кому надо, тот поймет. Открывай. Да, ахалай, махалай. Покажи. Слушай, такое ощущение, два телефона. Это что такое? Два телефона. Это не два телефона. Нет. Слушай, это я всегда страдал плохо зрением. У тебя двоение в глаза. Ой, смотри, вилочка. Положили в подарок, поклали. Распаковываем. И что здесь у нас такое? Розовенькое. Хорошо запаковано. Ты, пожалуйста, озвучивай, хорошо ли дядя китаец запаковал. Хорошо. Ой, началось. Ладно, потом. Это потом. И что там такое? Ну, как я говорил, два телефона. Какая красота. Слушай, это что такое? Это такой телефон. И что там, еще пакетик был, еще чего-то. Все хорошо запаковано. Да, все хорошо. Ничего не повредилось. Все, так, проводок? Проводок, вилка, все. Это вот такой телефон, слухай. А, это смартфон? Да. Это я Косте купила смартфон. Гламурный телефон. Ой, слушай, он еще так растет. Два раза смартфон. Слушай, прикольно. Сейчас ей дизлайков налепят. Че это такое? Это, скорее всего, телефон и фонарик. Так. С одной стороны фонарик, с другой телефон. Ну-ка, как Константин не знает, что это такое, я вам объясняю. Это лампа, LED-лампа, умная лампа на аккумуляторе, которую Костя сейчас поломает. Что ты делаешь с ним? Я смотрю, как у нее два режима. Вот сейчас он горит не все лампочки. Еще раз нажми. Ой, и вот ярче. Загорелась ярче. Она на аккумуляторе заряжается. И это в случае, если вдруг погаснет свет и нужно будет освещение. Главное вовремя. Нет, это не для сушки ногтей. Ой, какой ты ни разу не грамотный. Слушай, я воображение включил. Это настольная лампа. А, это настольная лампа. Это настольная. Покажи, какие красивые. Слушай, там цветы. Слушай, какие рисунки. Красивый. Слушай, я так не умею. Это самое красивое. А вообще, стразиев надо добавить, да? Да, стразиев. Прыгать. Это настольная лампа. Это не для того, чтобы сушить ногти. Это я объясняю для тех, кто вдруг зашел на мой канал и увидел вот эти странные действия, которые придумал Константин. У меня хорошее воображение. Константин, это не лампа для ногтей. Ладно. Давай вторую открывать. Я так поняла, ты недоволен. Ну, слушай, ты мне сколько замечаний сделал, а? Я тебе не делаю. Ну, что я ее всякого... Я показываю, ты думаешь, как ей... Ты думаешь, что это телефон? Можно ей... А что? Это не телефон, да? Нет, это не телефон. И не лампа. Это рация. А, рация. Ладно. Давай вторую открывай, может там... Вторую? Ты знаешь, что там лампа? Там? Вторую. Там, скорее всего, точно телефон. Ого, это что за смартфон? Или планшетник. Планшетник. Нет, это, скорее всего, целый компьютер. Да, или мне кроссовки. Тебе кроссовки? Да. Кстати, скоро пойдем покупать тебе кроссовки. Точно. Беру свой любимый... Топорик. Без него никуда. Я вот пытаюсь его куда-нибудь зашвырнуть, чтобы он уже... Он тяжелый, остренький, не долго. Далеко будет лететь.
Порежешься, не дай бог, я буду себя потом корить. Не порежусь, я шеврану его с окна, и он в землю встрянет глубоко. Ты коробку кромсаешь? Ну, конечно. Но у меня же там есть вход и выход, а не... ты ему делаешь... Тут не написано. Пальцы береги, Сеня, береги пальцы. Вот все время шурудит этим шуруделкой этой своей, я боюсь, что он отрубит свои пальцы. Ну что там? Какой-то конструктор. Объясни, пожалуйста, хорошо ли упаковано? Нет, упаковано-то нормально. Оно, ну, это, по-видимому, какая-то машина. Машина? А, ага. Это этот скейт. Скейт? Ух ты, прикольно. Так. Он еще из двух частей состоит. Какая красивая! Слушай, это кажется колеса. Какие колеса? Ой, подожди. О, это все секретная информация. Так потряси, вдруг чем-нибудь там еще выпадет. Подарок, например. Рука вся исчезла. Так. Тут у меня рядом собачка хрюкает, так лампочка. Что не подумайте. О, лампочка. Сюда входит лампочка. Ага. Вот такая вот. Константин. Матовая. Зеленая. Нет, зеленая это не то. Сейчас так. Интересно. Вон грустная собачка лежит. В прошлый раз тоже сказали, какая она грустная. Ой, это лампа для бликов. Я за... Это шапка. Как раз красным штанам. Костя, ты что? Ты проверяешь, все ли цело. Надо же будет потом предъявлять китайцам. Не беспокойся, предъявим. Я не буду предъявлять. Ты же девушка. И что? Ну как ты можешь предъявлять? Так. Все упаковано, все запаковано, так. Все завязано. Сейчас посмотрим, подойдет ли это соединение к моей лампе, чтобы не надо было... Ой, какая большая, страшная. Это я знаю, это пальцы. Фиксатор. Пальцы фиксировать, чтобы клиент не убежал. Не только, можно и нос зафиксировать. О, сейчас как раз тебе это необходимо, чтобы сопли не бежали. Так, это нам надо. Что так круто? Резинки. Ой, резиночки пригодятся. Ну, смотрите, вот кто так делает? Кто? Константин так делает. Так, распутываем. Так, и разбираем. Вилочка какая? Вилочка нормальная, стабильная. Наша советская. Ну, не советская. Российская. Смотри-ка, разгибая, она сразу выпрямляется. Шайтан-машина. О, это я знаю. О, да-да. Да? Сюткин. Да только кресло скрипит. Ты уже сделаешь нам? Нет, почему? А, подожди. Сперва вот это, наверное, вставляется. Ну, давай. Так, сейчас мы поймем. Теперь у меня будет тоже лампа для бликов. Я ее заказала на Алиэкспрессе. Именно искала именно такую. Можно было, конечно, где-то найти еще в магазинах всяких светотехники, но я заказала на Али. Мне нужна была именно эта лампа. Ага. Так. Константин, чего? Что ты делаешь? Я хочу понять, кто куда. А нет инструкции. Вот инструкции, вот, к сожалению, нет. Поэтому будем воображение включать. А ты точно знаешь, что это сюда надеваешь? Да, потому что я только что отсюда это вытащил. Так, значит, мы вставляем вот. А для чего она там? Сейчас, для подожди, я понял. Главное, грамотно. Там вон есть пазики. Пузики. Я вот в эти пазики пытаюсь попасть. В пузики. Пастусики. Так. Ты только мне не сломай. Хорошо. Ой, мама милая, сейчас что-нибудь порушит. И не говори. Вдруг не говори. Кто там ругается? У меня на столе есть лампа, но мне хотелось уже для бликов. У меня на самом деле там вот где-то тоже есть, вон за теми шариками, есть лампа для бликов, но кто это опять там? На крокодильчике. У нее короткая шея, и для работы она не пригодится. Мне нужна именно для работы, а не для фотографии. Вот смотрите.
Вот смотрите, рыжая наглая морда. Так, ну кажется, все. Так, надеюсь. Рыжая наглая морда. Это не тебе, Кость. Спасибо, что ты только что уточнила это. Это я конь, рыжая наглая так, морда. Так, ну что, попробуем? А ты там посмотри, что. Она, интересно, войдет в мою эту, чтобы не надо было как-то ее... Сейчас проверим. Мне очень хочется, чтобы... Кстати, вот это гораздо лучше, мощнее. Ну и ты предлагаешь то открутить. Это открутить, это открутить. Хотя можно и то сейчас попробовать. Сейчас посмотрим, может, у тебя там... Нет, я хочу свет посмотреть. Какой. Да, включай, проверяем, работает или нет. Кто здесь? Вот всегда ест пленочки, всякие пакетики. Сейчас мне в глаз, я так и знала, что мне... И что это был за щелчок? Так, ну все-таки есть. Ну поверни, отверни лампу, я же все, смотреть не могу. Так, вот здесь поворачиваем мы вот эту вот. Какая странная конструкция. Может, она добавляет яркость, нет? Хоть в какую сторону крутишь или что? Нет, только в одну. Хотя? Нет, только в одну. Она точно не сломана? Не знаю. Вот промелькнули чьи-то ноги. Металлическая или алюминиевая, я не знаю. Ну, скажем, что это металлическая. Покрашенная. Покрашена хорошо. Вот так вот включается и так выключается поворотом. Странная, честно говоря, конструкция, но вполне надежная. Сейчас Константин мне ее установит. Константин прикручивает мне лампу на место старой. Константин, ну как дела? Нормально. Красная? Красная. Красная. Ну ты ее согни как-нибудь, она же не так должна быть. Ну пополам хотя бы. Ага. Вот. Вот так вот я буду теперь работать. Спасибо, Константин, спасибо. А проводок ты мне не спрятал? Все спрятал. Ну так и будет висеть у меня? Ну да, он тут так же висел. Так же висел? Конечно. Вот, спасибо, Константин, огромное за помощь. Огромное, пожалуйста. Как тебе сегодняшние посылочки? Ну, телефона я так и не дождался. Будет тебе телефон в следующий раз. Теперь надо порядок навести. Тут немножечко висело на старой лампе. Извините. Ой, еще тут вот и вот запчасти забили. И вот запчасти. Короче, целая куча запчастей. Ну, на. Извините. Запчасти забили. Все, я ушел. Спасибо большое. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока. Ставьте пальчики вверх или вниз. Ладно, нет, смотрите. Не снимай. Хорошо. Просто смотрите. И подписывайтесь на наш канал. На мой, то есть. Ну хорошо, на твой. На мой. Ладно, все, дальше посмотрим. Я еще хотела вам что-то показать. Сейчас покажу. Бабочка. Вот бабочка была на лампе, надо обратно. Аромалампа была на лампе, надо обратно. Я сегодня еще посылочку получила от Эйми. Вот, это значит... Я вам покажу отдельный ролик, потому что сейчас не здоровится мне, поэтому сильно не буду рассказывать и распинаться. Ультрабонд. Это теклис туб без остаточной липкости, на которой очень классно втирочки делаются. Две втирочки новых. Это золотая, она такая красивая. Она прям золотая-призолотущая. И какой-то еще жук. Жук надо прям так охота его уже испытать. Номер 200. У кого-то есть такой жук? Две красочки. Без остаточной липкости и с остаточной липкостью. Это спортшик. Новая линеечка весенне-летняя. Спортшик. Это вот тоже красочки, тоже спортшик. Скоро будут гель-лаки. Мне еще подарили вот такую вот на стол, но у меня такая уже на столе лежит, как вы видите. Типсы для выкраски с логотипом Эми, так что будем на них выкрашивать. Найлдрессы новенькие, красивые. Обязательно все потом вам покажу. И каталог, новый каталожек. Каталожек, каталог.
покажу вам нейл-дрессы, покажу вам выкраску, гель-красок Спортшик, новиночку. Все вам покажу, расскажу, ничего от вас не утаю. Как только поправлюсь, у меня голос периодически пропадает. Все вам покажу, расскажу и обязательно с вами все это сделаем, выкрасим и останемся, наверное, довольны. Вот и все, что я вам сегодня хотела показать. Вот так горит лампа, я не знаю, хватит мне яркости, но у меня, если честно, очень чувствительные глаза, поэтому яркую лампу я не люблю. Если мне понадобится еще ярче лампа, тогда лампочка, тогда мы купим лампочку поярче. Вот, подписывайтесь на мой видеоканал. А сегодня у меня для вас тоже есть ключевое слово. Это для тех, кто досмотрел мой видик до конца. Для героев, для самых стойких моих и постоянных зрителей. На моем столе где-то здесь промелькнула странная надпись, странная табличка. Напишите мне под видео для самых внимательных, для тех, кто досматривает мои видики до конца. Напишите, что за табличка на моем столе. Я буду ждать все ваши комментарии. А мы с вами обязательно увидимся в новых видиках очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!